Беларуси в минувшее воскресенье выбирали президента. Это голосование хоть и не принесло сюрпризов, но все-таки несколько рекордов были побиты, в том числе и по явке. Уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он обошел ближайшего соперника с 20-кратным отрывом. За ходом голосования следил наш корреспондент Алексей Кручинин. Официальные итоги выборов объявят в пятницу, но интрига в сущности пропала уже минувшей ночью, когда Центр избирком обнародовал первые предварительные данные. У Беларуси новый старый лидер. Александру Лукашенко предстоит уже пятый подряд президентский срок. И с каждым разом отрыв от конкурентов все больше. Лукашенко в целом по стране набрал 83,49%. При этом в Брестской области 86,27, Могилевская 88,29 и город Минск 65,58%. Главный тяжеловес предвыборной гонки на избирательный участок в воскресенье пришел с младшим сыном Колей. Тот даже помог отцу опустить бюллетень в урну. После этого Александр Лукашенко больше часа общался с журналистами. Отвечая на наш вопрос, может ли он в случае победы гарантировать дружественные отношения с Россией, президент Беларуси немедленно уточнил – дружественные – не то слово. Мы не просто будем с вами дружеской страной. Мы родные народы и родные страны. И эту позицию мы будем придерживаться этой всегда. Конечно же, имея свою позицию. В Государственном университете физкультуры и спорта, где голосовал Александр Лукашенко, буфет больше напоминал выставку достижений народной кулинарии. Здесь были и варенье, и соленье, и квашеная капуста, и, конечно, отборные грибы, которыми всегда славились белорусские леса. Впрочем, организованные на всех участках буфеты у избирателей особой популярностью не пользовались. Люди все-таки предпочитали голосовать. Мне важно спокойствие, спокойствие на улицах. Мне важно, чтобы не жгли машины, чтобы я могла спокойно вечером гулять. Пенсии побольше. Вот и все, что нужно пенсионерам. По данным Центра избиркома, на этих президентских выборах побит рекорд явки – 87,2%. В целом выходит, что за Лукашенко проголосовали примерно 3/4 всего взрослого населения страны. Первое – это желание все-таки сохранить стабильность в стране. Сейчас в нынешней ситуации это становится вопросом номер один. Вот. И стабильность очень дорого стоит. Это первое. Второе – это повышение авторитета Белоруссии в целом в международных делах. Минск стал центром мирных переговоров по Донбассу, а Лукашенко взял на себя роль посредника в этих переговорах. Кроме того, его феноменальный успех можно объяснить и отсутствием реальных конкурентов. Единственный выдвиженец от оппозиции Татьяна Короткевич политического опыта почти не имеет. Первая в истории Белоруссии женщина-кандидат набрала чуть более 4%. Мужчины галантно пропустили даму вперед. Казачий атаман Николай Улахович немногим преодолел 1,5-процентный барьер. Сергей Гайдукевич, лидер либерал-демократов, набрал около 3%. Против всех проголосовали чуть более 6% избирателей. При этом самое активное протестное голосование было в Минске. За этой президентской гонкой следили более 900 международных наблюдателей. Самое важное в этой процедуре – правильно подсчитать голоса. Мы будем пристально следить за этим процессом и только тогда сделаем вывод, насколько честны и демократичны были выборы. О серьезных нарушениях во время голосования наблюдатели не сообщили. Сразу после закрытия участков оппозиция организовала митинг, который перетек в шествие. Не найдя поддержки у горожан, через час митингующие разошлись. Алексей Кручинин и Сергей Панасюк, Первый канал, Минск.